Более 2500 кубометров снега вывезено с улицы, дороги и Йошкар-Олы на снежную свалку только за минувшие сутки. А в качестве антигололедного средства использовано более 120 тонн песко-соляной смеси. Из-за сильных снегопадов коммунальные службы столицы республики работают в круглосуточном усиленном режиме. Так этой ночью дороги города убирали более 60 машин спецтехники. Особое внимание уделяется очистке улиц с максимальной транспортной нагрузкой, чтобы не допустить снежных заносов, приводящих к долгим пробкам. Как напоминают в мэрии, снег на городскую свалку принимают бесплатно. Площадка для складирования снега расположена на улице Строителей 98А. Время работы с 8 утра до 4 часов в будни. Сейчас на снежной свалке работают 3 бульдозера. Всего с начала зимнего периода дорожные службы вывезли с улиц города более 30 тысяч кубометров снега. Однако полноценно расчистить дороги коммунальщики так и не могут. Этому мешают припаркованные машины на тротуарах и обочинах. Та же картина во многих дворах. Йошкар-олинцы сетуют на заваленные снегом дворы, но при этом не проявляют желания помочь в уборке, просто убрав машины с парковок. Несмотря на то, что графики уборки от снега дворовых территорий, как правило, известны заранее. Отмечу, что в январе в Мариэл выпало уже более 160% от месячной нормы осадков. При этом высота снежного покрова увеличилась почти на 40 сантиметров.